Во-первых, вы меня сейчас застали врасплох, потому что я удивлен, если человек, если девушка или семья хотят сделать аборт, а он запрещен, например, в частной клинике, они могут пойти в обычный роддом и сделать тот же аборт. Вот как бы, мне кажется, я вам ответил уже. Это во-первых. А во-вторых, конечно, мы как, я как верующий человек против абортов, а с другой стороны, а жизнь такая. Жизнь такая, а вы, может быть, действительно не до детей. Может быть, действительно не такая сладкая жизнь, чтобы рожать сейчас 8-го ребенка, например. Здесь очень все прям вот очень тонкое понятие, но с таким, чтобы в частных клиниках, это я не понимаю, потому что можно пойти в общую, в бесплатную.